Для начала Десногорское акушерское отделение или роддом принимает не только местных рожениц. К нам приезжают женщины из Рославльского и Спасдеменского районов, близлежащих сел и деревень. С января по август этого года акушеры Десногорска приняли 226 маленьких смолян, 100 девочек и 126 мальчиков. В сентябре уже появились на свет в стенах нашего роддома еще 18 малышей. И тем не менее, слухи о закрытии отделения витают по городу. Слухи слухами. А кто владеет достоверной информацией, что наш роддом закрывается в ближайшее время? Куда бросить свои кости в случае ближайших родов? Позвонить в наш роддом и уточнить не пробовали? Вчера врачи в роддоме в Рославле говорили, что теперь с Десногорска будут ездить в Рославль. Наш роддом будет закрыт с 1 по 14 октября. Дальше будет работать, как обычно. Роддом будет закрыт на плановую дезинфекцию с 1 по 14 октября. В этот период прием будет осуществлять Рославль. Чтобы разобраться в ситуации и понять, где истина, мы обратились к заместителю начальника по медицинской части Светлане Кашкаровой. Все так и есть. 1 октября в 8 утра роддом прекращает принимать рожениц, а 14-го его двери снова откроются. В акушерском отделении действительно будет проводиться плановая дезинфекция. На протяжении этого времени гинекологи и акушеры бросать своих подопечных не собираются. Если экстренные показания, какие-то начало родов или отхождение околоплодных вод, женщины обращаются также в роддом, как обращались раньше. Дежурит бригада акушерская, дежурные врачи осматривают, и доставка их осуществляется в Рославль скорой помощью. Уважаемые женщины Десногорска, роддом обязательно откроется 14 числа, и мы будем всех принимать, как и принимали раньше, в 8 утра. Это мероприятие проводится ежегодно, и каждый раз происходит одно и то же. Появляются разговоры об окончательном закрытии роддома, и каждый раз не находят подтверждения. Пока слухи распространяются, жизнь идет своим чередом. Малыши все так же появляются на свет, а женщины становятся счастливыми, взяв свое чудо первый раз на руки. Я уже постоянный клиент, уже иду за второй дочкой. Вот. Здесь все очень замечательно, я очень ждала и успела в наш роддом, как говорят, что с 1 по 14 числа роддом закроется. Не переживайте, это всего лишь временная мера. Вот. Здесь у нас очень хорошие специалисты, прекрасные врачи. Что может быть дороже ребенка и волнение мамочек по поводу родов вполне понятны. С 1 до 14 октября десногорские женщины, в зависимости от показаний, будут рожать либо в Рославле, либо в Смоленске. А затем наш роддом снова будет заполнен первым вскриком новорожденных и радостью новоиспеченных мам.